Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Так, всем привет, народ! И тут стало известно новость о новом телефончике Архус 50 Сапфир. Он защищен от попадания воды, пыли и грязи. Архус представила новый защищенный смартфон под названием Архус 50 Сапфир. По словам представителей компании, новинка может выдержать практически любые испытания. Архус 50 Сапфир не боится ни пыли, ни грязи, ни воды. А его 5-дюймовый HD-экран защищен надежно стеклом Gorilla Glass 4. В первую очередь аппарат, созданный совместно со специалистами Logic Instrument, предназначен для людей, которые работают вне офиса или в сложных климатических условиях. Он также подойдет и тем, кому нужен прочный смартфон с неплохими характеристиками по доступной цене. Внутри прочного корпуса, который способен выдержать удары и падения, скрывается 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель емкостью 16 ГБ, 2 сим-карты на 8 мегапикселей, камера и фронталка 5 мегапикселей, а также слот для карт памяти формата microSD. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Работает Архус 50 Сапфир под управлением Android 6.0 Marshmallow. При этом производитель акцентирует внимание на том, что новинка поддерживает Google New и функцию сна. Последние две возможности должны быть полезны тем, кто проводит много времени вне дома или офиса. Технические характеристики Архус 50 Сапфир такие: дисплей 5 дюймов, HD, стекло Gorilla Glass 4, процессор MT6737, частота 1,5 ГГц, память 2 ГБ ОЗУ, 16 ПЗУ, microSD до 128 ГБ, камера основная 8 мегапикселей, фронталка 5 мегапикселей, аккумулятор 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки MediaTek Pump Express Plus, ось Android 6.0 Marshmallow, размеры 146 мм по высоте, 75,9 мм ширина, 13,9 мм толщина. Ну такой толстенький телефончик, однако вес 222 грамма. Сеть LTE, 3G, 2G, интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth 4, microUSB. Более подробно познакомиться с новинкой можно будет на выставке IFA 2016, а в продаже устройство появится в октябре этого года. В России приобрести Архус Сапфир можно будет за 15 890 рублей. Вот такие вот новости, ребятки. Всем пока. Ставь палец вверх и подписывайся на канал.